Спасибо. И мы с удовольствием сегодня рассказываем о том, что мы придумали к дню блокады, к большому празднику полного снятия блокады. Мы точно вернулись с Пискаревского кладбища, где есть среди разных стел специальная стела, посвященная сотрудникам Эрмитажа. И я хочу сейчас уже по прошествии многих лет сказать, что это была прекрасная идея предложить делать такие стелы, потому что одно дело кладбище, где все, все и вся, и другое, когда у всех есть, у разных городов, разных регионов, учреждений есть свои места, куда можно прийти, поклониться и вспомнить. Это очень хорошее. Вещи, тем более для Эрмитажа, блокада не просто это очень важная вещь. Эрмитаж сыграл большую роль и в блокаде, и в сохранении памяти о блокаде.